Вера Степина более 5 лет трудится в коррекционной школе Одинцова. Однако трудом свою деятельность не называет, ведь заниматься с особенными детьми для нее – особая радость и дело жизни. Именно поэтому сегодня Вера Сергеевна с дипломом победителя в руках. Номинация «Сердце отдаю детям». У меня творческое направление. Ребята занимаются в студии, которая называется очень символично «Колибри». Птичка певчая, как я говорю. Мы поем, танцуем, рисуем, выжигаем, всесторонне развиваемся с творчеством. Учитель русского языка и литературы Владислав Комышев участвует в конкурсе профессионального мастерства 2-й раз. Первый опыт не устроил педагога. Специального звания он не получил. А сегодня, благодаря более серьезной подготовке, Владислав Александрович – учитель года. Тогда это, естественно, было в новинку, в диковинку. Прям нервно даже, я бы сказал, да, то есть и тогда, и сейчас это еще и сопряжено с тем, что это без отрыва от производства, что называется, да, то есть учебный процесс никуда у тебя не девается. В этом году соревновались 70 педагогов в 6 номинациях: воспитатель и учитель года, педагогический дебют, психолог, сердце отдаю детям и номинация за нравственный подвиг учителя. 30 из них признали лучшими. Лада Дудко, Артем Ломоносов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».